Многолетнюю проблему заторов в районе Красной площади стараются решить. Чтобы разгрузить дорожный узел, сегодня утром запущено кольцевое движение. Установлены временные дорожные знаки и фишки, направляющие транспортные потоки. Со стороны села Супсых движение может быть осуществлено теперь только направо. По улице Объездной автомобили будут следовать до кольца, поворачивать снова к улице Астраханской. По улице Астраханской со стороны города они идут в трех направлениях, транспорт движется. Значит, прямо в поселок Супсех, налево в сторону улицы Объездной и направо в сторону улицы Амелькова. Чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий, усилен контроль за перекрестками. Дежурит патруль. По мнению организаторов, новая схема движения функционирует удовлетворительно. Мы его открыли с 8 утра. Час пиковой нагрузки на сегодняшний день дорожно-транспортных происшествий на данном участке не допущено. Заторовые ситуации не допущены. Как вы видите, сейчас транспорт двигается на дежурную часть, на телефон доверия, звонков, а не удобства какого-либо движения или опоздания на работу, или куда-нибудь прибытия других транспортных средств не поступало. На сегодняшний день мы это проводим в тестовом режиме. Мы посмотрим сейчас, значит, когда транспорт шел в город. Вечером мы посмотрим, как транспорт будет выезжать из города. На апробацию новой схемы дорожного движения уйдет несколько дней. Не случайно для эксперимента выбран конец недели. За выходные горожане освоятся. Мы тем самым разгрузим эти направления движения. Но в случае, если вдруг не пойдет это движение, мы знаки убирать не будем. Это мы, я повторюсь еще раз, делаем это экспериментально. Вот, знаки эти будут снова восстановлены, движение это меняться не будет. Подготовительная работа к предстоящему летнему сезону идет уже сейчас. Также на комиссии было принято решение об изменении улицы Новороссийской в обратном направлении. То есть, так как у нас, например, если взять перекресток улиц Красноармейская и Шевченко, то есть одна улица, которая идет вверх города, мы хотим запустить и поддержать также в ближайшее время, это одностороннее движение улицы Новороссийской. Также в планах рассматривается злободневный такой вопрос, это расширение улицы Крестьянской в границах улицы Северной до Нижнего кольца Чембур. В летний сезон интенсивность дорожного движения возрастет, как водится, в разы. И курорт к этому будет уже готов. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны. С пониманием отнеситесь друг к другу, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.